Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как подключиться к сети Wi-Fi. Итак, для этого мы свайпаем вниз. Далее нажимаем на значок шестеренки, после чего выбираем раздел подключения, Wi-Fi. Идет у нас загрузка, поиск сети. Выбираем сеть, к которой хотим подключиться, и теперь нам нужно ввести пароль. Нажимаем «Подключиться». И таким образом мы подключились к сети Wi-Fi. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.